Комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела около двух десятков вопросов. Среди них организация школьных проездных, строительство тротуара от ДАЗа в сторону улицы Промышленной и повышение качества перевозки пассажиров. ГИБДД обратилась к управлению образования с просьбой немедленно обеспечить учеников светоотражающими элементами. Надо этот вопрос прям держать на контроле, чтобы вы получили эти светоотражатели, выдали. Особенно это касается начальной школы. Светоотражающими элементами школьники должны были быть обеспечены еще месяц назад, но управление образования города до сих пор не организовало поставку необходимых для безопасности детей светоотражателей. Решить эту проблему обещали в ближайшие дни. На встрече также подняли вопрос о загруженности города пешеходными переходами. После обсуждения было решено избавиться от одного из них на проспекте Ленина. Татьяна Баловнева, Виталий Немов, «Наше время».